Акция стартовала сегодня и продлится до 10 октября. Принять участие в ней могут все неравнодушные нефтеюганцы. Для этого необходимо оставить пожертвование в Центре молодежных инициатив, кабинет 412. Обращаем внимание, что продукты принимаются исключительно в фабричной упаковке и не должны иметь особых условий хранения. Это могут быть сладости, например, конфеты, вафельные торты, печенье, а также различные крупы, макаронные изделия, консервы, пакетированные соки, чай. Фрукты и овощи не принимаются. Добавим, из этих продуктов специалисты соберут специальные наборы и передадут одиноким пожилым жителям.